Всем доброе утро, вы на канале Великий Уравнитель, с вами Руслан. Сегодня я хочу показать человека, который написал мне самый первый. Я ему даже ни разу не писал, я его даже не знаю, я его впервые вижу. Вот его профиль в Инстаграме. И я сейчас все объясню более детально, что вообще произошло. Произошло то, что он мне начал первый писать. Спрашивать, типа, мол, что я сделаю. Начал мне присылать скриншот Ульяниной странички. И при этом, когда я спросил, кто он начал меня материть и оскорблять нецензурной бронью. То есть начал со мной неадекватно разговаривать. И я начну сейчас по порядку полностью детально зачитать вам всю переписку. Ну а с вашей стороны я хочу, чтобы вы сделали выводы, написали в комментариях, правильно ли он поступил. И хочу, чтобы вы, ну вот, вы поставили свои мнения. Я думаю, это ему будет уроком для того, чтобы он понимал, что нельзя разговаривать с людьми в таком тоне. Давайте начнем по порядку, чтобы не тратить время. Начнем с того, что все выглядит вот так. Он мне начал 1 июля в 11:57 писать первым. Прислал мне вот такой скриншот. Тут у нас еще одна была. Сейчас я посмотрю. Только что вот мы с вами видели второй скриншот. Вот этот. То есть он прислал Алины и Ульяны страничку. Ну и после этого написал: «А что ты хочешь сделать?» Я спросил у него: «А вы кто?» Он мне пишет: «Неважно». Он пишет: «Так что ты хочешь сделать?» Я ему пишу: «Ты кто? Объясни». Я ему пишу: «Неважно, ну и до свидания, уважаемый». То есть после того, как он мне сказал «Неважно», он написал «Пока». Я ему написал: «Пошел отсюда, ненормальный, еще раз напишешь, выпущу на канале, и провокация была с твоей стороны». Он написал: «Ты дебил». Я ему пишу: «Оскорбление теперь фиксирует. Дальше продолжай, что сказать хочешь». Он мне пишет: «Что продолжать? Я тебе говорю, пока ты говоришь, что я ненормальный». То есть он еще оклеветил меня тем, что я его, мол, считаю тут ненормальным. Да, конечно. Я его действительно считаю ненормальным, потому что неадекватное поведение, оно уже перешло до таких мер, что тут действительно надо делать выпуск, чтобы вы увидели, и чтобы он самого себя увидел и сделал, соответственно, выводы, прежде чем вести себя так и неадекватно разговаривать с чужим человеком. И тем более старше его несколько лет. Он пишет, то есть точнее я пишу ему: «Все, разговор окончен, кто первый, кто последний начал, разберется пользователь». То есть ваше мнение будут для него как раз полезным, чтобы вот он почитал и, соответственно, делал выводы на то, как ли он правильно себя повел или нет. То есть после ваших комментариев, я думаю, ему будет стыдно на то, что вот так он себя повел. Я ему пишу: «Каждый третий увидит мои, мол, кто написал, и тебе стыдно будет». Он пишет: «Дебил». Я ему пишу: «Оскорбление фиксирую». Он мне пишет: «Да иди, я не буду выражаться матом, потому что это, ну, нецензурная бронь, я никогда вот такие слова не говорю и как бы не советую на будущее говорить о такие маты. Удачи теперь. Жди выпуск». Это я ему написал. Он мне пишет: «Обязательно посмотрю». Он мне пишет: «Руслан, где выпуск про меня? Я заходил на твой YouTube, там нет ничего». Он написал во вторник в 21:11. Буквально вчера я ему на это же сообщение ответил, которое он написал во вторник на этой неделе. Я ему ответил: «Добрый вечер, выпуск будет. Ожидайте, вся информация уже доступна на канале. Там вы увидите в порядке премьеры. Гарного вечера, на все добре, до побачення». Сегодня я ему написал предупреждение о том, что выйдет его выпуск уже.
Сегодня у нас 29 июля 2021 год. Я ему сегодня написал в 8:57. Доброе утро, сообщаю информацию, что в ближайшее время ваш выпуск об оскорблении в мой адрес выйдет совсем скоро. Удачи. Он пишет «Окей». Я ему пишу «Информация о дате выхода вашего выпуска с оскорблениями проинформирую дополнительно. А сейчас всего хорошего». Значит, вот такая у нас вышла переписка. Значит, и давайте, соответственно, сделаем какие выводы. Значит, первое. Он повел себя неадекватно, написал первый, начал выражаться матом. Мат здесь только был, пока что я смотрю, так один. Это тайди и так далее. Значит, второе. Значит, я хочу, чтобы, если он смотрит меня, я ему хочу сказать, как есть. То есть, со своей точки зрения мнения. Значит, я понимаю, что... у тебя там агрессия или еще что-то, но не нужно себя так вести и оскорблять при этом человека и говорить, мол, какой он и так далее. Потому что вот если сейчас будешь со всеми ссориться, то будущее тебя просто, ну, покинет тебя твои лучшие друзья, близкие, отношения, взаимопонимание, любовь и так далее. То есть на будущее тебе скажу, если ты будешь нормально со всеми общаться, у тебя будет все. А если ты будешь вести себя неадекватно и общаться со всеми вот таким тоном, посылать всех матом и так далее, то в жизни просто тебе ничему не светит, и все. То есть для тебя это будет очень плохо. Я говорю со своей точки зрения, как есть. Поэтому, а там дальше твое решение. Хочешь, общайся грубо, хочешь, не общайся. Я тебе посоветовал, что таким образом ты потеряешь друзей, взаимопонимание, отношения, любовь и так далее. Значит, ну и давайте сделаем такие выводы. Значит, уважаемые друзья, попрошу вас, чтобы в каждом комментарии каждый из вас сделал соответственные выводы. То есть написали для него... что он неправильно сделал, или что-то, может, я не сделал, там, просто напишите свои замечания, рекомендации и так далее, чтобы вот почитал и он, чтобы увидел эти комментарии лично я, как блогер этого канала, то есть, чтобы мы понимали, что нужно с нашей стороны исправлять, а что нужно ему. Если он, вы считаете действительно, что он поступил очень плохо и грубо, то напишите это в комментариях, чтобы уже ему было стыдно, чтобы он понимал, что так неприлично себя вести. Если ты хочешь нормально знать, скажем, там, например, а что ты хочешь сделать, то я бы тебе объяснил, но в таком тоне грубом, то есть и еще и постороннему человеку, я объяснять и комментировать ничего не собираюсь. И я не знаю, кто он является там для этой девочки Ульяны, но... сейчас он в данный момент для ней является посторонним человеком, так как он мне не объяснил, кто он, чего он и так далее. А вот этого человека я очень давно уже знаю, и скажу только одно, то что если каждый будет писать, например, спрашивать об ней какую-то информацию, то, извините, я посторонним не собираюсь ее комментировать, потому что, не дай бог что, потом отвечать придется мне. Поэтому... сделайте, соответственно, выводы. Я буду очень рад, что вы мне поддержите и напишите, соответственно, комментарии. Ну, а также я хочу сообщить, что сегодня 29 июля. Сегодня вечером в 19:47 у меня поезд. Я сегодня уезжаю в Киев. И я хочу, чтобы самому себе пожелать хорошей дороги, успехов. Ну и держаться, все будет хорошо. Ну и не скучайте, новые обзоры у нас будут. Там премьера уже на неделю-две вперед уже известны. Поэтому я думаю, что вы дальше будете с нетерпением ждать мои новые обзоры. Ну а вам желаю приятного просмотра. Всем до новых встреч. Ну и всем пока.